Всем привет! Сегодня приготовим нереально вкусное блюдо из кабачка. Это будут кабачковые лодочки, фаршированные овощами в сырной шубке. Такое блюдо можно подавать и в повседневной жизни, и на праздничный стол. Вкусно как горячее, так и холодное. И готовится быстро, что немаловажно. В общем, сейчас сами все увидите. Кто еще не подписан на мой канал, присоединяйтесь. Тут вы найдете рецепты блюд для завтраков, обедов или ужинов, а также всевозможные выпечки, десертов и салатов. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики с рецептами. Первым делом подготовим кабачки. Отрезаем плодоножку и разрезаем их пополам. Небольшим ножом вырезаем сердцевину с семенами и режем ее на сегменты. После этого каждый кусочек середины кабачка вынимается очень хорошо чайной или десертной ложкой. Таким образом подготавливаем все половинки. Далее грибы нарезаем не очень мелко и кладем их в сковороду с растительным маслом и обжариваем на среднем огне. Мелко режу лук и кладу его к грибам. Теперь обжариваем все вместе. Если кабачки у вас молодые, то середину, которую мы вынули, режем мелко и отправляем в сковороду к овощам. Если семена у кабачков уже жесткие, то этот шаг пропустите. У помидора вырезаем плодоножку, режем его на небольшие кусочки и отправляем ко всем овощам. Солим, добавляем молотый перец и тушим до выпарения всего сока. В конце добавляем сушеный чеснок, зелень и перемешиваем. В мисочку кладу натертый на крупной терке сыр, сметану и хорошенько перемешиваю. По желанию сюда можно добавить щепотку сушеного чеснока. Форму для выпечки застилаю пергаментом и немножко смазываю растительным маслом. Если форма у вас не разъемная, пергамент можно не использовать. Выкладываю подготовленные лодочки из кабачков, немножко можно их присолить и наполняю щедро начинкой.
Далее сверху выкладываю сырную смесь и ставлю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Сыр сверху должен хорошо зарумяниться. В готовых лодочках сырная корочка получается хрустящая, а начинка сочная и ароматная. Просто восторг! Всем очень и очень рекомендую приготовить такое блюдо. Оно получается нереально вкусное и понравится всем без исключения. А с начинкой можно поэкспериментировать, она может быть абсолютно любой. Надеюсь, это видео будет полезным для вас. Всем хорошего настроения, приятного аппетита и до встречи в следующих видео.